друзья, всем снова привет! Я опять еду за рулем мотоцикла. На улице зима, на улице мороз. Сейчас, наверное, уже градусов 15, это уже прям 100%. Утром было минус 27, ночью обещает минус 30. А я все катаюсь по таким вот красивым местам. Люблю очень природу, ребята. Ребята, и давайте сегодня в этом видео разберем такую тему, как мотоциклисту выжить на дороге, на дороге общего пользования. Как выжить мотоциклисту на дороге общего пользования, спросите меня вы. И я вам отвечу следующее. Ребята, я вам отвечу так. Когда я сажусь на мотоцикл и выезжаю, у меня с недавних пор я очень изменил свое отношение ко всем участникам движения, кроме самого себя. Вот я еду, и вот у меня вот как бы такая, да, вот, не знаю, как бы вот, ну, как бы это вот такой мой маленький мирок, да, вот мотоцикл. Это вот как бы я еду. А все остальные участники движения, я думаю только так. Хотите, обижайтесь, хотите, не обижайтесь. Отвечу, ребята, так. Когда я сажусь на мотоцикл и выезжаю на дорогу общего пользования, вот, с учетом моего опыта езды на дорогах общего пользования, я могу вам сказать только так. Надо думать, что все другие участники полные неадекваты и полные дураки. Обижайтесь, вот кто ездит на автомобилях, я сам еще могу сказать, я сам ездил на автомобиле очень много. Вот, только так, ребят, только так. Нужно думать то, что все дураки, никто не знает правила, нужно думать только так. Я думаю так, и, ребята, я, особенно когда я ездил в городе, но с недавних пор я уже начал как бы себя очень-очень перестраивать, да, себя очень сильно изменил. И только, ребята, благодаря этому я, когда совершить какой-либо обгон, когда-либо перестроиться, я начинаю вот это вот думать, то что, а вдруг он сейчас повернет, а вдруг он на меня не смотрит, а вдруг он обдолбанный, а вдруг он пьяный, а вдруг он не умеет ездить. Даже если вы, ребята, очень грамотные люди, очень грамотные водители, вы умеете читать дорожную обстановку, да, умеете как бы читать поведение водителей, поведение многих. Но даже если вы такой, вы, ребята, не застрахованы. Вы не застрахованы от случая. Понимаете, от несчастного случая вы не застрахованы. Просто тупо вы понадеетесь на свое вот это вот знание, на свой профессионализм, вы понадеетесь на свой опыт, там, на свой большой жизненный опыт, да, езды на мотоцикле, вы понадеетесь, и, ребята, тут бац, и все, бац, и приехали, бац, машина вам не уступила дорогу, или бац, какой-то просто дурачок вас не заметил, и все, вот. Но это таких людей с таким большим опытом вождения очень мало, к сожалению, очень мало. В основном все как бы люди, ну, как бы люди простые, да, в основном как бы люди, общая масса простых людей, потому что на треке покататься надо деньги, хороших треков для на мотоцикле, да, нет. Мото-джимхана — это мото-джимхана, это как бы площадочка, они дорога общего пользования, где много других, но людей. Если бы на мото-джимхане бы там стояли бы, да, вот так вот люди, вот, по всей вот траектории, и кто из них выбежит, кто из них выбежит поперек тебе, там, поперек твоей траектории, ты бы просто бы был бы в шоке. Ты бы просто бы сбил бы его, да, грубо говоря, да, и все. Потому что ты не ожидаешь от этого, потому что это происходит как раз таки на дороге общего пользования, когда ты не знаешь людей. Я еще раз повторяю, от несчастного случая никто не застрахован, абсолютно никто. И вот когда я сажусь на мотоцикл, я думаю только таким, только вот таким способом. Я остерегаю себя, я останавливаю себя на многие действия. Это обгон, это перестроение,
это еще что-то, ребят. Мне легче, как говорится, в городе ползти медленно, да, со скоростью 50-60. Вы опять же не застрахованы от случая, опять же. Так что лично я просто буду ехать медленно и все. Ехать медленно это раз, и буду контролировать обстановку на абсолютно в любом случае. Чем меньше скорость, тем больше безопасность. Вот. Хотите спорьте там, плюйтесь изо рта. Чем меньше скорость, тем больше безопасность. Вот. Подтвердит любой, блин, человек реально. Только вот таким способом, ребят, можно выжить. И, соответственно, нужно соблюдать правила ПДД. Это раз. Когда ты соблюдаешь правила ПДД, ты ездишь просто как бы намного правильнее. Понимаете? Когда ты соблюдаешь правила ПДД. Это нужно соблюдать правила и нужно соблюдать скоростной режим. Вот, друзья. Так, ну что, я почти приехал. Вот такая вот темка была, ребят. Возможно, она не законченная, но это вот, наверное, будет одна из частей вот этих как бы моментов. Давайте сделаем так, это будет одна из частей этих моментов. Я уже приехал, мне уже здесь надо думать маленечко о другом. Надо залететь на заправочку, блин. Так. Солнце уже садится. Мороз, блин, все больше жмет. Все, ребята, всем спасибо, всем пока. И продолжайте смотреть мотоблог по покатушкам. Вот, сейчас у меня продолжается мотоблог по покатушкам зимой на мотоцикле.